Одну лодочку загнали, а другую лодочку уже выдаем нашему заказчику. Большой лакшери на маленькую лодку. Друзья, приветствую вас на канале Professionals Life. Меня зовут Сергей. У нас очередной проект подошел к концу. Сейчас вам покажем небольшой обзор данного проекта. Начнем, как всегда, с нашей швейной продукции. Это транспортировочный тент. Здесь два клапана сделаны не просто так. Это здесь заливные горловины. Один топливный бак. Также здесь второй топливный бак. Данный тент у нас стягивается вот храповиком. Вместо строп мы решили ставить вот такие резинки, потому что ими пользоваться гораздо удобнее. Просто на крючочках, раз и все. Неман 450 Open открытый, двухконсольный. Также лодочный мотор Heidi 60. Везде ЭВД. ЭВД-ком также выстелена вся носовая часть. Так, сидушки у нас здесь поворотники имеют. Они так немножко поворачиваются, но не до конца. Кстати, данная сидушка еще имеет слайдер. Можно настроить под себя. Вот он так двигается вперед-назад. Установлены два датчика топлива. Прибор штатный, который идет с лодочным мотором Heidi 60. Вольтметра 2, потому что два аккумулятора. USB, прикуриватель, показания трима, а также кнопочки все по необходимости. Вот так подобраны провода. Крепление для колодки предохранителей, они находятся вот в этом месте. Вот они здесь все. Доступ удобный. Здесь у нас на каждую батарею выключатели массы. Здесь реле заряда на два аккумулятора. Здесь оно само подгружает в первую очередь основной, потом перекидывает на сервисный зарядку. Ручки, в принципе, места хватает. Я рукой не бьюсь своей огромной лапой. Я не достаю стенки. Это хорошо. Сидушки выполнены из морского винила. Аудиоподготовка Boss. Динамики вот здесь в бортах, а также имеют подсветки. По кокпиту у нас 1, 2, 3, 4 штуки. Здесь у нас два топливных бака, кран для переключения топливных баков. Вот два бака по 42 литра. Вот также видите, еще какой здесь здоровенный рундук. Там дальше находится сушительная помпа. Отопитель планар. Установлен вот сюда. Вот он здесь стоит. Выходы 2 на стекло в ноги капитана. И также один выход в ноги пассажиров. Заправка отопителя. Здесь его выхлоп. Вот для этого в тенте и сделан клапан. Здесь у нас, я не знаю, это... Ну да. Такие две, не знаю, табуретки, наверное, можно сказать. Не знаю, сидеть, конечно, здесь, я не знаю. Не, ну, в принципе, сидеть можно. Держаться так, вперед. Сейчас мы покажем ходовой тент. Снимаем чехольчик. Пока ставим его здесь. Начинаем раскладывать. Я первый раз это делаю, если что. Это вот так будет владелец данной лодки тоже осваивать надевание тента. Ну ничего, все так учатся. Так, сейчас переносим вот это сюда. И все, и начинаем
застегивать как-то. Я запутался. Фара Аврора, ё-моё, сказали про беленькие фары Аврора. Кстати, цвет все, белый цвет, синие глазки, все в цвет лодки, в общем, полный лакшери. Ну вот, на этом Неман будет закончен, работа по нему закончена, Неман сделан, обшит, подключен, тенты все сделаны, мотор шепчет, так что только теперь покорять реки и озера. В путь, в добрый путь. А я скажу вам до новых встреч.